Гэри, похоже, тебе удалось добраться до самых глубин Руслогова. А, так ты спустился на лифте. Ну и как мне подняться наверх? Ты прав. Наверняка эти туннели выведут меня наверх. Отличная мысль, Гэри. Приветище, это Губка Боб. Мы находимся в Руслогове, как ты уже понял, и мы продолжаем спасать мир от роботов. В прошлой серии мы добрались до суперкомпьютера Руслогова, и он нам сообщил, как его отключить. То есть нам нужно нажать несколько кнопок, и тогда компьютер отключится. Мы сейчас эти кнопки как раз таки и ищем. Если мне не изменяет память, то, по-моему, мне нужно нажать еще две кнопочки. И тогда у нас все будет пучком. Смотри-ка, тут трубы какие-то с водой. А куда они ведут? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Красный танцпол. Ну, я успел. Граната бегает тут. А вот и наш метательный тарелочки. Была тарелочка, и да нет тарелочки. Снова танцпол. Бежим. Ой-ой-ой-ой, желтый, это плохо. Отлично. Поднимаемся, короче, наверх по танцполу, как говорится. Синенький. Здесь синенький. Оп, сюда. Теперь сюда. Все, добрались. Добрались, оттанцевались. Больше нам танцполы не страшны. Зато тут как электричество много. Граната, стой, 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 стой. Не подрывай меня. Ай, блин, да что ж такое-то, а? Нет. Что-то мне не фартит. Сначала такое себе. Это говорит, знаешь о чем? Это говорит о том, что я спешу, но куда не знаю. Видимо, я хочу активировать суперкомпьютер. Еще и тартар соус тут. Бесите меня, а? Сдолбали. Подрываем идолы. Бежим, бежим, бежим. Так, этот идол что-то не засветился. Во. Снова танцполы, погнали. Сейчас заденси. Да что ж, не успел, не успел. Не успел. Да. О, капец! Последняя жизнька. На тебе! Динамический экшен не прокатил. Все, короче, я перебрался. Больше без всяких экшенов. Спокойненько. Рэмбо больше не буду включать, вам кнопка последняя. Ну как последняя? О, ковбой! Сейчас тебя отпинаю. Отпина. Как насчет боулинга? Получай. О, сработал. Круто! Вот это я понимаю, зрелище. Все-таки боулингом можно сбивать и роботов. Это кошер. Смотри, там еще лопатка золотая. И ракушечка. Давай-ка ее откроем. Лифт поднялся куда-то. Ладно, неважно. Выбиваем страйк. Хватаем лопатку. Кстати, в комментариях мне писали, что у кого-то там 99 лопаток. Это ж капец как много. Не знаю, насколько это правда. Что-то паркур сдох, походу, во мне. Сейчас, погоди, еще разок. О, пошла вода горячая. Но вот эти вот конвейеры, что-то меня... Мне боязно на них бегать вообще. Боязно капец. Ой, сколько тут всякого барахла летает. У меня, между прочим, последняя жизнька, последний трухан. А куда мы вообще... А, за носком Патрика. Ясно. Нафиг я за этим носком побежал. Вообще, кстати, я не обращал внимания, Патрик носки носит на самом деле или нет. Все, короче, я забил на этот носок, потом за ним вернусь. Почесали активировать последнюю кнопку. О, нифига себе. Какая большая подземная у них лаборатория тут, а? А вон мистер Крабс. Пойдем поболтаем. Смотри, Юнга, под тем стеклом золото. Золото, говорю тебе. Едва взгляну, аж глаза потеть начинают. Тебе просто нужно сбросить тот здоровенный шар. Вот в эту чашу. И как мне отправить шар в лузу, мистер Крабс? Сперва запусти вот этот механизм при помощи боулинговых пузырей, чтобы нажать на эту кнопку. Удачи, Губка Боб. Мой кошелек на тебя рассчитывает. Угу. Ладно, давай попробуем. Итак, мой пузырчатый шар. Погнали. Есть, активировал. О, тут тоже можно активировать. Это последняя кнопка была. Так что теперь можно бежать к суперкомпьютеру и вырубать его. Ура! Но сперва головоломка. Пойдем-ка поднимемся на второй этаж. Посмотрим, что у нас там. Может, там какие-то механизмы есть? Опа. Встаем. Ага, сюда мне нужно будет встать по-любому. Хорошо. Вон там еще одна кнопка, смотри. Сейчас активируем. Отошел! Отмена. Активировал кнопку. Так. А, и тут я должен, короче, вращать это все дело. Ай! О, вот это плохо вообще. Получается, что я должен вот это вот все вращать, чтобы попал шарик в лунку. Как интересно. Вот в эту лунку, да? Правильно я же понимаю? Обалдеть.
Все, короче, я вроде бы все понял. Запускаем наш шарик. Вот так вот он падает, катится. Вот тут вот мы двигаем эту штучку. Надеюсь, успеет шарик. Давай, 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 шарик. Шарик, ты катишься, прокатывается, отлично. Теперь нужно вот эту штуку запустить. Вроде бы... Эй, что не работает-то? Во, получилось. Так, есть. Он все-таки залез на эту ложечку и теперь его перекинут наверх. Ждем этого момента. Он отправляется наверх. Теперь я должен вот эту штуку запустить. Блин. Блин. Да что ж такое, не попадает, а прикинь. Ручки тряслись. Есть. Сработало. Не обращаем на робота фрисби. Где там наш шарик? Не, все-таки фрисби бомбанем. Чтоб не напрягал. Вот, 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 смотри, шарик. Должно все... Она отвернулась. Блин. Давай. Да что ж такое? Да. Капец, да как так, когда торопишься? Вообще все через задницу, когда вы улучшите. Так, план попыточка номер два. Ну я был так близок. Господи, я не думал, что так сложно пускать этот пузырчатый боулинг иногда бывает. Ладно, сейчас все получится. Шарик у нас уже вот под нами прокатывается. Я думаю, что можно уже кидать пузырчатый шар. Давай-ка вначале тестовую попыточку. Опс, тестовая провалилась. Кидаем. Есть контакт. Бежим дальше. Бомбим сразу же робота. Чтоб он не бесил. Так, что там у нас? Ага, шар поднялся. Быстрее, 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 Спанч Боб. Нажимаем на эту кнопку. Он прокатывается, там дальше снова кнопочка. И робот. А ну отошел! Закидываем сюда шар. Надеюсь, его не собьет вот этот молот. Ух, прокатился. Так, так, так. Стой, 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 стой. Обратно, обратно, обратно. Вот это, нет, только не туда. Нет. Это будет сложно. Да. Это будет чертовски сложно. Кстати, что там блестит? Не носок ли там, а? Точно, носок. Еще одна находка для Патрика. И упал. Зато носок собрал. Мы снова здесь. Сейчас посмотрим, прокатит ли у нас или нет это. В третий раз. Нажали кнопочку. И балансируем, балансируем, балансируем. Заходишь сюда. Давай назад, 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 назад. Только не в эту дырку. Да куда ты лезешь-то? Ну почему туда? Я же вниз. Ну все, пробую последний раз, если не прокатит, то не прокатит. Хватит уже заниматься ерундой, надо проходить игру. Так, значит, ставим в этот край, он сюда падает. Давай назад, 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 ну вот же я стою, блин, да почему он туда катится, вот. Прям бесит. Тут, короче, можно только наклонять влево или вправо. Все, пошли отсюда. Мистер Крабс, забей на золото, живи дальше, без него. А я пошел спасать, лабораторию подводную супергероев. Так. Вот она кнопка, но она почему-то не разблокировалась. Странно. Давай поговорим с компьютером. Я восстановила управление защитной системой. Вот обещанная тебе награда. Ты нажал все кнопки перевода в ручной режим. Теперь нажми главную кнопку включения. Ух ты, сейчас нажмем, сейчас нажмем. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. И что произойдет? Странно. Давай снова у компьютера спросим. Помоги морскому супермену. Он в зоне задержания злодеев. Ага. А где зона задержания злодеев? А, вот лифт-то опустился. Смотри, точнее платформы. И нам теперь нужно туда бежать. Скорее бежим. Зона задержания злодеев. Ух, там сейчас, наверное, битва будет. Защитная система отключена, а наш осмотр в поликлинике прошел отлично. Да здравствует справедливость во всей ее многогранной славе! А, еще, мальчик справедливость, ты отрубил питание в 333 Руслогова. Это расшифровывается как зона задержания злодеев. Это плохо? Морской супермен все еще пахнет скисшим молоком? Да, я пахну! Только не это. Похоже, один из злодеев вырвался из заточения. Что ты сказал? Злодей на свободе? Кто же он? Мэн Рэй, атомная камбала, грязный пузырь. Не, хуже. Это твой заклятый враг. Креветка! Креветка! Кто-то меня звал? Ой, я-то думал, что смотрю на супергероев. А пригляделся, вижу, что это парочка выброшенных на берег коряк. Креветка! Я никогда не прощу тебя!
безумец! А что креветка сделал? Худшее, что ты только можешь себе вообразить. Он положил всю белую одежду морского супермена в одну стиральную машинку с красным носком. Все, что у меня было, покрасилось в розовый! Какой ужас! Лично мне казалось, в розовом ты был просто прелесть. Правда? Просто прелесть, каким отстойным! Ой-ой, что это за желтая штука? Плесень, что ли? Я не плесень, я губка. Мы разные на клеточном уровне. На клеточном уровне. Да-да-да, спасибо за лекцию, доктор ученый. Увидимся, розовенький. Клянусь семью морями. Креветка, я не буду знать покоя, пока тебя не поймаю. Но сперва мне придется перевоплотиться из моей тайной личности в морского супермена. Нет у тебя тайной личности, старый простофиля. Может, тебе лучше меня удастся разобраться с креветкой, пока я разбираюсь с ним. Я отомщу за тебя, морской супермен. Пойдем надерем этой креветке зад за нашего супермена. Танцпол? Так надо быть очень аккуратным с этим танцполом. Я чувствую себя как новенькая губка. Комментарии губки Боба я не буду читать. Чтоб не отвлекаться. Блин, он нас догоняет, смотри-ка. Чё делать-то? Перепрыгиваем. Хо-хо-хо-хо, он все равно нас нагоняет, смотри. Ничего, его ударить? А, боулингом, по-любому, боулингом. Так, значит, вначале перепрыгиваем. И, блин, не получилось. Еще разок. Вот так вот надо. И есть попадание, отлично. Еще два попадания, и он окочурится. Он, кстати, что-то там выплюнул. А, робота, конечно же, робота. Смотри, их двое. Я думал, он одного выплюнул. Оп-оп-оп, нас снова нагоняет. Сейчас будем перепрыгивать. Короче, эта креветка выплевывает постоянно теперь этих роботов. Я-то размечтался, что он всего одного выплюнул. Нас нагоняет. Перепрыгиваем. Опачки. Так. Это было рядом. Где? Здесь. Получай. Нифига себе. Вот этот промах. Ёк-макарёк. Профукал момент. Что-то, короче, первый пузырь у меня не долетел. Не получилось у меня как-то. Смотри, а там какие большие экранчики. Там показывают эту креветку. Странно. Зачем ее показывают? Эту бандитскую креветку. Перепрыгиваем. Готовимся. И сейчас я кину. Сейчас я точно попаду. Ну-ка. Есть попадание. Еще чуть-чуть, и креветка точно сварится. Давай, посмотрим на тебя. Воу. Прям на меня пульнул. Эй, роботы, отходите. Губка бежит. Возвращаемся обратно. Давай, завязывай уже дудеть. В свою дудку. Блин, прикольно было бы поиграть на самом деле за супер старых героев. За морского супермена и очкарика. Ихними дряхлыми цельцами побегать. Момент настал, пушку заряжай. Куда? Сюда. Не подведи меня, пузырчатый шар. Есть! Супер комбо! Нет, только не снова. Это нечестно. Неужели таков бесславный конец креветки? Креветка снова в тюрьме. Благодаря тебе, Фрэнки. Меня зовут Губка Боб. Я кое-что нашел в ящике с носками. Рядом с горкой розовых носков. Это просто невероятно. Еще одна золотая лопатка. Спасибо, морской супермен. Я буду стремиться всю жизнь руководствоваться твоим безупречным примером, твоей справедливости и... Ты все еще здесь? Ништяк. Еще одна лопаточка. Ну, конечно, меня расстроило, что супер морской мен назвал меня Фрэнки. Так. Давай тут все обежим, посмотрим, нет ли тут тайничков каких-нибудь скрытых. Я думаю, что нет. Хочу вот сюда забежать. А туда никак. Хм, ну тогда возвращаемся. Валим отсюда. Быстрее. Ну что, я думаю, что нам поможет телепорт-коробка, чтобы отсюда побыстрее выбраться. О, Сквидвард, здорово. Как дела? Спанч Боб, как мне отсюда выбраться? В зависимости от того, какой выход тебе нужен, с ловушками или без. Без ловушек, пожалуйста. Тогда иди в ту сторону. Или, может, в другую.
Так, теперь я понимаю, почему Сквидвард ненавидит губку Боба. Потому что мы постоянно над ним стебемся. Ну, ему не привыкать. Эй, супергерой, я пришел. Я здесь. Кругом все еще полно роботов. Возвращайся, когда захочешь. А, ну хорошо, а ты что скажешь, очкарик? Очкарик? Он не хочет со мной болтать. Ну и все, я пошел тогда от вас. Ну что, мы снова в доме престарелых. Я думаю, что на сегодня это все. Было шикарнейшее приключение с боссом в конце. Если понравилось, то с тебя лайк под этим видео, подписочка, если ты еще не подписан. И увидимся в следующем видео. Пока.